Привет, ребята! Как вы поняли, сегодня 4 июня 2022 года. Мы начали свой проект, как и обещали, из Foxtrap Marina Newfoundland. Прошли за сегодня, я еще не считал, но миль 60-70. Только что прошли траверс Сент-Джонса. И впереди перед нами 600 миль до Халифакса. Постараюсь вам показать самое интересное, что у нас будет за это короткое, но не сомневаюсь, интересное и впечатлительное плавание. Потом приходим в Халифакс, как вы помните, подготовка неделя-полторы и выходим на Европу. Так что будьте с нами, впереди у нас, не представляете, сколько интересного. И спасибо вам всем за комментарии, особенно за самые свирепые. Они меня радуют и веселят. Спасибо. Подошел день выхода из Ньюфаундленда, из Foxtrap Marina, где лодка простояла всю зиму в ожидании сезона. Неделя на знакомство с лодкой, хозяином и легендарным островом Ньюфаундленд пролетела быстро. Пропустив шторм, мы были готовы к выходу 4 июня. За день до этого мы дали короткое интервью местной NTV-компании, рассказав о наших планах по реализации проекта Sails Against War. The sailing vessel Samoset could set sail for the Black Sea as early as tomorrow night, bringing support to the people of the Ukraine. Organizers are hoping to join up with at least another 100 vessels before they arrive. Foxtrap is a long way from the Black Sea. They plan to fill as many boats as possible with much needed supplies and deliver it to the Ukraine. My position is what's going on right now with Ukraine, it's bazaar, it's really bad. Sergei Morozov has teamed up with local sailor Darren Parks. They know that they're heading into a war zone, but say they couldn't sit idly by. We feel that what's happening in the Ukraine right now, it's just wrong. So, Sergei formed the Sails Against War not-for-profit organization, and then so that we can provide aid to Ukrainians. And the goal of this particular project is to try and get together as many sailors as we can, and kind of do a protest, you know. Despite being a Russian national, Morozov supports those on the Ukrainian front and denounces the war on the country and its people. Do you find it strange that you're taking a stand against your own country, or? No, that's not my country. My country, my homeland was Soviet Union. After Soviet Union was destroyed, I didn't get any Russian passport. I didn't apply for that. Because it's completely different country. It's not anymore my homeland. The vessel plans to join two others in Europe on the same mission, but organizers hope many more join in on the idea. We're hoping to get like hundreds of boats if we can. And if each boat can take a small amount of supplies, maybe food or clothing or whatever, then every little helps. But the main thing is to raise awareness, because there's really no need for war anymore. In addition to aid, the group plans to support the evacuation efforts with Ukrainian refugees. Раннее утро 4 июня 2022 года. Последние проверки готовности, и ровно в 7 утра мы выходим. Лодка Nautilus 40, 1980 года постройки. Мне она понравилась сразу, еще по фотографиям. Pilot House, надежность и простота проекта тех лет располагают. Я чувствую себя с ней комфортно. Поехали. Даррен выводит лодку из марины. По старой традиции мелочь за борт, чтобы еще раз сюда вернуться, и поехали. Ветер северо-западный, 15 узлов, с перспективой усиления до 20-25 узлов. Поставили грот и Геную сразу с рифами. Впереди у нас 600 миль непростой дороги до Халифакса. В это время года здесь преобладают ветра восточных встречных направлений с возможностью прихода с юга урагана или шторма. После прохода самого узкого места между островом Белл-Айленд и островом Ньюфаундленд ветер зашел больше к северу и стал почти встречным. Наконец мы обогнули северную оконечность с романтичным названием Кейп Сент-Фрэнсис и вышли в океан. Ветер попутный 10-15 узлов. Идем вдоль берега на достаточном удалении в 8-12 миль. Погода наладилась, появилось солнце и крупные суда. Преданные работяги этого мира океана. Вечер. Закат. Подошел к концу наш первый день перехода. Впереди ночь вдоль берега, пока по хорошей погоде.
ночь воспоминаний, сожалений и планов. Ночь разговора с теми, кто тебе был и остается дорог и любим до сих пор. Ночь размышлений и разговора с собой на чистоту. Я люблю ночные вахты за их честность, хоть они и тяжелы физически. Перед выходом прогноз пообещал нам 5 дней до прихода сильного шторма с юга. Хотелось бы успеть дойти до Халифакса до встречи с ним. Посмотрим, как обещание будет исполнено, но что-то мне подсказывает, что верить обещанию прогноза – это все равно, что верить обещаниям ветреной женщины. Будем посмотреть, как любили говорить в Эстонии местные жители. За сутки прошли 140 миль. Второй день перехода. К ночи ветер ослабел, и мы отмотурили всю ночь без происшествий. Рассвет в море. Сколько их было за мою жизнь? И сколько еще будет? Утром появился ветер, как и обещал прогноз, от восточных направлений. Поставили гену, стаксель и грот. Ветер 10-12 узлов. Пришел туман, морось, похолодало. Что ж, это обычная в этих местах погода в это время года. Хорошо еще, что айсбергов не будет у нас по пути. Они иногда в этих местах попадаются после долгой канадской зимы. Пришел шквал и усиление ветра до 25 узлов. Убрали гену и оставив стаксель и зарифленный грот. Этого нам прогноз не обещал, поэтому эти сюрпризы и называются местными условиями плавания, и если не в любой точке мира, океана. Будьте к ним всегда готовы. Весь день прошел в лавировке против встречных восточных ветров со шквалами. Что ж, мы видели и понимали, что это наше плавание простым не будет. К вечеру погода улучшилась, но ветер совсем скис. Убрали паруса, оставив стаксель на форштаге. Без сомнения, он нам еще пригодится. Завели двигатель. Поехали. У нас нет времени на ожидание ветра и более подходящих условий плавания. Нам нужно успеть прийти до шторма, который нам обещают в пятницу. Потому в этих условиях все способы хороши, лишь бы пройти больше за сутки. Жаль, но в эти сутки у нас будет не более 70 миль перехода. День третий. Сегодняшним днем прогноз нас не обманул. Слабые встречные ветра восточных направлений, прекрасная сухая солнечная погода, есть возможность выспаться и заняться творчеством. Весь день мотурим. Перелили топливо из канистров в баки. Топливо осталось максимум на 2 суток хода под двигателем. Удивительно, но такой мореходной лодки всего 2 бака по 80 литров, и еще можно взять в канистрах 80 литров. 240 литров на 3 дня хода. Нам срочно нужен ветер. Последний прогноз меня порадовал. Он обещает, что ураган пройдет послезавтра гораздо южнее Халифакса, и это даст нам умеренные завтра ветра северных направлений, а послезавтра принесет отголоски проходящего южнее урагана и ветра до 25-30 узлов от южных направлений. Замечательно. Это именно то, что нам и нужно. День завершился вкусным ужином в приятной компании. Впереди, как всегда, моя любимая ночная вахта и встреча с воспоминаниями. За сутки прошли 137 миль. День четвертый. К утру раздуло. Остановили двигатель, подняли грот и гену. Мы не можем себе позволить моторить, топливо осталось всего на сутки, 80 литров. Надеюсь, что погода больше не заставит нас идти под двигателем сутками. Погода здорово изменилась, ночью упал туман, пришла морось. Ветер слаб и переменчив, но дует, как и обещал прогноз, с северо-восточных направлений. Вокруг появились работяги океана, рыбаки транспорта. Подняли стаксель. Он еще больше стабилизировал лодку и прибавил нам узел. Обещанный ураган с юга в субботу-воскресенье проходит южнее Халифакса в пятницу. Он принесет с собой южные и юго-западные ветра с силой до 30-35 узлов. Веселенькая погодка нас ждет впереди.
До Халифакса осталось всего 207 миль. Мы постараемся использовать местные погодные условия и прийти до пятницы, когда ураган зацепит своей северной частью Новую Шотландию. Вечер. Закат. Помните, что сказал известный персонаж Карлоса Кастанеды Дон Хуан в одной из своих книг? «Сумерки – это трещина между мирами». Сегодня мне предстоит еще одна встреча с тем другим миром воспоминаний и грез, сожалений и радости, слез и улыбок. За сутки прошли 98 миль. Пятый день нашего перехода из Ньюфаундленда в Халифакс, Новая Шотландия. Всю ночь снова моторили, лишь к утру появился ветер. Поехали. Ветер слаб, но с южных направлений и усиливается с каждым часом. Впереди ночью у Халифакса нас будет ждать штормик в 25-30 узлов. И на следующий день там же у Халифакса второй, но уже в 30-35, порывами до 40 узлов. Постараемся завтра завершить плавание, чтобы не попасть под раздачу. Ветер с умеренным ветром в 12 узлов от южных направлений. Ночь. Погода ухудшается. Прогноз на ближайшие дни. Однозначно нужно торопиться. Пока спокойно, но взбучку уже выслали в нашем направлении. Эта позиция на сегодня. До Халифакса осталось немногим более 100 миль. День шестой. Ночка выдалась на славу. Это остатки штормика в 30 узлов. Ночью было нам не до съемки. Утро. Затихает. Подходим к Халифакс-Харбор. Ложится низкая облачность. Входим в Халифакс-Харбор. Туман. Видимость 1 кабельтов, то есть менее 200 метров. Радар не показывает ни одного судна на акватории четвертой по величине натуральной гавани в мире. После введенных ограничений в непримиримой борьбе с опаснейшей ложью 21 века морские перевозки сократились в разы. Гавань Халифакс-Харбор часто я вижу без единого судна как на внутреннем рейде, так и на внешнем. Ну, это понятно. До яхт-клуба осталось менее 3 миль, и тут из тумана выплывает кораблик, которого мы чуть не утопили, но все обошлось, ему повезло. Он счастливо избежал встречи с нами. Но как? Мы его не видели ни на экране РЛС, ни на VHF-приемнике АИС. Будьте бдительны, ребята. Пришли, ошвартовались. Так стоять будем. Привет, ребята! Наконец подошло к концу наше путешествие, короткое, но интересное, поверьте мне, интересное. Никаких происшествий у нас особенных не произошло, к сожалению, якоря не отрывались, не били по корпусу, я их хорошенечко принайтовил, вы это тоже запомнили, как и я. Помпа не открывалась под крен, не откачивала воду, высасывая все батареи, солнечные панели не отключались, и причины я не нашел никакой, извините, снова, для того, чтобы активировать ИПЕР. В следующий раз постараюсь это сделать, потому что вам это нравится, судя по комментариям. Извините, пару суток последних мы с напарником не спали. Пойдем спать. Будьте с нами, впереди у нас, не представляете, сколько много интересного. Аж фуфайка заворачивается. Так. Перспектив. Люблю вас. Пока.